Если не занять ребенка в свободное время творчеством, не увлечь спортом или познанием наук, это место с высокой вероятностью займет то, от чего каждый родитель хотел бы его оградить. В том, чтобы найти каждому ребенку подход, занятия по душе, раскрыть его таланты и неповторимую личность, заинтересованы не только родители. Надо лишь обратиться по верному адресу. И в нашем городе есть такое замечательное место. Оно называется «Центр дополнительного образования детей и молодежи Бреста». В нашем центре больше 250 кружков, занимается больше 2700 учащихся ежегодно. Пост памяти города Бреста, мемориального комплекса «Брестская крепость героя» – это наш филиал, которому в этом учебном году исполняется 50 лет. Это старейшее наше объединение. Центру дополнительного образования детей и молодежи в этом учебном году исполняется 45 лет. 45 лет – это сотрудничество детей, учащихся, родителей. За это время уже стало доброй традицией в рамках Республиканской недели дополнительного образования детей и молодежи устраивать грандиозный праздник – День открытых дверей, на который собираются родители и педагоги, а также все, кто уже является или только желает стать частью большой, дружной, творческой семьи. Здесь также по итогам года награждают самых ярких, талантливых и одаренных ребят. Я сюда пришел с 5 класса, учусь здесь уже более 6 лет. Вот, научился многому. Благодаря этому мне удалось поучаствовать в конкурсе на республиканском уровне Junior Skills. Я разработал 2 сайта, которые заняли 3 место, и это здорово. Я занимаюсь в центре уже 6 лет, вместе с ним я росла. Пришла сюда совсем маленькая, в 6 классе, вот уже поступила в университет. В Бресте именно занятий по моей специальности, по шитью, больше таких нету, и поэтому этот центр был для меня таким спасением в этом плане. Я представляла свою коллекцию «Дыхание льда» на разных конкурсах, в основном республиканские уровни. И благодаря моему педагогу, благодаря этому центру мы занимали призовые места, первые места. А такие успехи стали возможными только благодаря талантливым педагогам, знающим свое дело, и таких здесь нет. Мало. Я очень люблю свою работу, потому что к нам приходят дети, которые чего-то хотят. Они приходят со своими идеями, со своими желаниями. Мы учим их воплощать свои желания и идеи в жизнь. Потом очень приятно, когда девчонки приходят и говорят: вот это я пошила сама, это мой наряд, это мой образ, его оценили. И одна из выпускниц нашей студии заняла 1 место на республиканском конкурсе Junior Skills Беларусь для подростков. Для меня это очень приятно, потому что это наш дебют в этом конкурсе и сразу же 1 место. А в нашем центре я работаю заведующим отделом и по совместительству педагогом дополнительного образования. Веду объединение по интересам веб-конструирования уже на протяжении 6 лет. К нам приходят очень замечательные, талантливые дети. Мы готовим ведущих, мы готовим инициативных ребят в Академии молодежных инициатив. Мы работаем с малышами, образовательная программа «Почемучка». На десятках различных площадок ярко и креативно были представлены многие направления творческой деятельности учреждения для детей от 4 лет. Танцы, пение, театральное искусство, техническое творчество, моделирование, робототехника, компьютерные технологии, веб-дизайн, изобразительно-прикладное творчество, туристско-краеведческая, эколого-биологическая работа, керамика, шашки и шахматы, шитье и рукоделие. Из этого разнообразия каждый желающий мог выбрать себе увлечение по душе и интересам. Сегодня классный праздник, здесь можно рисовать и научиться много всего нового. Каждый может попробовать себя, в чем он хочет. А мы пришли записаться на кружки. В том году мы уже посещали здесь художественный кружок, сын посещал. И хотим еще записаться на керамику, ну и посмотрим, какие еще есть направления. Здорово вообще, что есть такие праздники. Очень приятно познакомиться с педагогами и вообще посмотреть, какие есть направления. И детям тоже очень нравится. День открытых дверей получился как яркий и запоминающийся праздник. Но самое главное, что в этом году Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста вновь пополнится умными, любознательными, творческими, талантливыми детьми из нашего города. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.